Всем привет, вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я буду готовить очень вкусное блюдо из кабачков и курицы в сливочном соусе, так что скорее же начинаем. Для этого блюда мне понадобится куриное филе, шпинат, лук, чеснок, кабачки, растительное масло, сливки, соль, перец и любимые сушеные травы. Для начала мне нужно курицу нарезать и замариновать. Курицу нарезаю вот такими небольшими кубиками. Теперь приготовлю маринад. Мне понадобится оливковое масло. Выдавливаю чеснок. Теперь щепотку сухих трав. У меня прованские. Использовать можно любые ароматные травки. И щепотку соли. Отправляю курочку в маринад. Теперь все перемешиваю. Все ингредиенты, чтобы они хорошо перемешались. И курочка пропитывалась чесноком и травками. Теперь отставляю в сторону. Пускай курица промаринуется. Достаточно буквально 5 минут, пока займусь кабачками. Кабачки буду нарезать кубиком. Вот такими кубиками нарезаю кабачки. Разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла. И теперь буду обжаривать кабачки. Теперь нарезаю лук. Разогреваю сковороду, наливаю растительное масло и теперь буду обжаривать лук. Начинает золотиться, отправляю к нему курицу. Курочка тоже должна обжариться с обеих сторон. Итак, кабачки уже готовы, их не нужно долго обжаривать, буквально чуть-чуть подзолотились и достаточно. Теперь к ним добавляю сливки. И довожу, вот, чтобы они закипели. Если крупные листья у шпината, я их разрезаю. И теперь добавляю кабачкам. Перемешиваю и отключаю. Шпинат готовится тоже быстро. Буквально сразу же, как он начинает уменьшаться в размере, все готово. Добавляю по вкусу соль. И молотый перец. Выкладываю в тарелку шпинат с кабачками. Это у нас получается гарнир. И теперь буду выкладывать готовую курочку. Курица тоже готова. Она подрумянилась, протушилась. Выключаю. Готовую курицу выкладываю в кабачку. Ну что, вот такая красота у меня получилась. Это очень вкусно, быстро и просто. Всем советую этот рецепт. Готовьте вместе с нами. А я прощаюсь. Всем пока.